Депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободы Донбасс» Роман Корниенко, заручившись поддержкой главы республики Александра Захарченко, оказал единовременную помощь жительнице Тореза Вере Николаевне Поляковой. По словам Корниенко, Вера Николаевна обратилась в приемную депутата с просьбой о помощи. Пенсионерка не могла приобрести уголь за счет собственных средств. Парламентарий подчеркнул, что всегда будет помогать людям старшего поколения, назвав их тружениками, всю жизнь работающими на благо Отечества.